прошлом видео я показывала, как сделать вот такие коробочки бок со своими руками, чем их можно наполнить. Сегодня хочу показать, как быстро упаковать подарки, ну, от 200 до 1000 рублей, то есть это средняя цена. Но вы можете упаковать все, что угодно. Для упаковки нам понадобится вот такая прозрачная пленка. Ее можно заказать в любом интернет-магазине, хватит на много подарков. Приступим. Измеряем нужную высоту. Я думаю, вот так хватит. Аккуратно обрезаем. Пленка очень красивая, прозрачная, достаточно плотная, не рвется. И ее можно легко и ровно обрезать. Боксы у меня мужские и в таком синем цвете. Ленточку буду я использовать тоже синенькую. Можно просто синхронизировать и делать вот так. Вот так скрепляем, фиксируем все это ленточкой. Завязываем бантик. Ну а здесь уже краешки можно зафиксировать степлером. Вот такая красотища получается. Опять же, это непрофессиональная упаковка, но мне кажется, очень достойно и красиво. Примерно так же я буду оформлять и другие подарки. Дальше у нас более женский вариант подарка. Хочу добавить вот такие макарошки. Их заказывала на Алиэкспресс, они стоят очень дешево. Можно не добавлять, но мне кажется, они такой немножко праздничный вид придают. Я буду использовать вот такую желтенькую нить. Мне кажется, она отлично подойдет сюда. Сюда я решила добавить вот такой декоративный цветочек. И ленточка здесь идеально подойдет. Подарок получается очень нежным, таким девчачьим, красивым. И он очень бюджетный, потому что Рафаэлло я купила за 179 рублей. Я выложу видео о том, как сделать сладкий бокс для маленьких сладкоежек. Сюда можно включить все, что угодно. Всякие конфетки, шоколадки, мандаринки. И также упаковать красиво. Я думаю, маленьким любителям вкусняшек будет очень приятно. Такие красивые наборчики у нас получаются. На любой кошелек состав подарка. Вы можете проявлять фантазию и использовать все, что угодно, все подручные материалы. Советую только купить вот такую пленку. Она универсальная, делает подарок праздничным, красивым.